Китайские матрешки вытесняют с прилавков отечественные. Ручной работ выигрывает в цене, но не в традициях. Об этом в ближайшие минуты. Вы смотрите давеча в студии Артем Паникаровских. И вот что еще вы увидите сегодня в выпуске. За кировских бизнесменов поручится в Москве. Сегодня в правительстве области подписано соглашение с агентством кредитных гарантий. Заплатили 100%, получат 6%. Пострадавшим от банкротства туроператоров туристам начали выплачивать компенсации. Автостанция, выставочный зал или памятник? Какой может быть новая жизнь старых машин? За кировских бизнесменов поручится государство. Сегодня исполняющий обязанности губернатора Никита Белых и глава агентства кредитных гарантий Галина Изотова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет среднему бизнесу региона привлекать на свое развитие долгосрочные кредиты. Риски по выплатам перед банками возьмет на себя агентство. С подробностями Дмитрий Житарчук. Появилось агентство кредитных гарантий по распоряжению правительства Российской Федерации в этом году. Количество выданных кредитов на развитие малого и среднего бизнеса в стране по статистике начало сокращаться. Снизилось в итоге число предпринимателей с 4 миллионов до 3,5. Власти посчитали, пришло время помочь бизнесу. На федеральные деньги в стране создается агентство кредитных гарантий с уставным фондом 50 миллиардов рублей. Другими словами, агентство будет выступать своего рода поручителем при оформлении предпринимателями долгосрочных кредитов. Важная формальная значимая часть. С его главой Никита Белых и подписал сегодня соглашение о сотрудничестве. Кстати, регион стал одним из первых в стране, куда приехала Галина Изотова. Говорит, выбор не случайен. Мы видим, какое огромное значение уделяется правительством Кировской области развитию малого и среднего предпринимательства. Практически по всем показателям развития этого сегмента Кировская область входит в десятку, в пятерку, десятку лучших показателей по стране. Я считаю, что создание этого агентства своевременная мера. Как раз чаще всего жалуются представители среднего бизнеса о том, что они уже вроде как под малые механизмы не попадают. В то же время те проекты, которые они реализуют, не могут рассчитывать на персональные формы поддержки в виде патронажных сертификатов. На встрече с представителями бизнеса и банков Изотова отметила, лишь небольшая часть кредитов выдается сегодня предпринимателям на срок свыше 3 лет. В то же время потребность в них оценивается в 900 миллиардов. Банки неохотно дают бизнесу, что называется, длинные деньги. Это отсутствие должного залога, отсутствие собственных средств и так далее. И все эти проблемы с помощью агентства федеральной гарантии, государственной федеральной гарантии, могут быть решены. То есть это, без сомнения, беспрецедентный шаг. К 2019 году агентство кредитных гарантий планирует выдать гарантии по кредитам, то есть поручиться за малый и средний бизнес, на сумму почти 350 миллиардов рублей. Причем отдельный акцент агентство планирует сделать на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей давеча. И все-таки не всегда деньгами можно помочь предпринимателям. Нечестная конкуренция, некачественные подделки могут помешать развитию бизнеса. В последнее время китайские матрешки начали вытеснять с прилавков русских расписных красавиц. Отличить по внешнему виду деревянные матрены из Поднебесной от произведенной в России непросто. Но сделать это можно, как расскажет Елизавета Халикова. На создание одной матрешки уходит до 3 недель. Сначала токари вытачивают форму. Она у вятской матрешки особенная, округлая. Затем основу полируют и грунтуют. Только после этого заготовка попадает в руки к художницам. Процесс здесь разделен. Одна рисует глаза, другая – платок, третья наносит орнамент. Так доводить матрешек до ума получается быстрее. В месяц получается создать несколько сотен составных игрушек. Однако за китайцами этим мастерицам не угнаться. Те производят игрушек в разы больше. Правда, подделки получаются менее качественными. Китай, конечно, нас очень сильно давит, давит своей ценой. Особенно то, что мы, хорошо у нас получалось сделать. Разница цена Китая здесь, в Кирове, там, в других городах, в супермаркетах точно такая же, как наша себестоимость. То есть получается,
У нас уже перестали брать. Готовую продукцию кировские предприятия по изготовлению товаров народных промыслов поставляют не только в кировские магазины, но и на прилавки Москвы и Санкт-Петербурга. Но покупатель голосует кошельком, и китайские дешевые сувениры пользуются большим спросом. Несмотря на то, что пока снижение уровня продаж не сказалось на зарплатах мастериц, женщины расстраиваются. Ну, обидно, потому что у нас ручная работа, и все девочки у нас стараются. Мы не штампуем. Кисточками, разными номерами, тоненько выписываем, стараемся. Девочки очень красиво, глазки пишут. В преимуществах вятской матрешки перед китайскими уверены и работники кировских сувенирных магазинов. Говорят, сотрудничают исключительно с местными производителями. Товар мы покупаем на предприятиях, только на предприятиях Кировской области, потому что мы торгуем только, значит, нашей традиционной матрешкой. Вся остальная матрешка нас не интересует на самом деле. То есть сами, если китайцы к нам придут, то извините, пожалуйста, мы вам просто откажем. За торговлю контрафактом в России предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей. Этой осенью государственные законотворцы планируют ужесточить наказание. Однако власти областные считают, помочь местным товаропроизводителям могут сами покупатели, приобретая лишь оригинальные сувениры. Помогает местным производителям товаров народных промыслов и областное правительство. Каждый год в Кирове проходит выставка «Кладовая ремесел». На ней мастера могут рассказать о своих изделиях. А недавно открылся Центр вятских народных промыслов. Китайские товары покупают, потому что они дешевле. Дешевле они, потому что это как раз промышленное производство. Применять здесь какие-то заградительно-запретительные меры, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что, ну, это экономика, и вряд ли в условиях свободной продажи запретом чего-то можно добиться хороших результатов. Андрей Усенко уверен, добиться результата можно. Для этого покупатели должны задуматься, для чего они приобретают матрешку. Если как предмет промысла или подарок, а не как безделушку, смысл покупать дешевую подделку пропадает. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Александр Брызгалов, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давича. Не подделка и совсем не дешевыми были путевки за границу, которые приобрели тысячи россиян, но так и не смогли отдохнуть. Напомню, в конце июля произошла череда банкротств туроператоров. Тогда своим закрытием объявили компании «Нева», «Экспотур», «Роза ветров», «Лабиринты», «Интайр». Убытки исчисляются миллиардами. Вернуть их 100% пострадавшим никто не обещает. Анна Мамаева, вопреки заверениям страховщиков, пыталась узнать, имеет ли право не выплачивать полностью деньги те, кто их должен выплачивать, и что делать с пострадавшим, чтобы вернуть 100% суммы. Невозврата денег, недолгожданного отдыха. Леонид Ашуркевич оказался среди тех, кто пострадал от банкротства турфирмы «Лабиринт». Кировчанин еще месяц назад обратился в страховую компанию, которая должна была выплатить компенсацию за сгоревшую путевку. Страховщики начали это делать только несколько дней назад. Но выплаты туриста не радуют. Компенсации практически нет. Должны вернуть примерно 6% от потраченных денег. Ну, это, честно говоря, полный смех, потому что те 6% у нас получается 2000. Это вообще ни о чем. Это не покроет абсолютно никакие наши расходы. То есть мы вложили часть, а получили ничего. Фирма «Лабиринт» была застрахована всего на 120 миллионов рублей. После банкротства туроператора в страховые компании было подано заявлений больше, чем на 2 миллиарда. Сейчас страховщики выложили информацию, сколько процентов от заявленной суммы получит каждый турист. Страховые выплаты клиентам фирм-банкротов, согласно закону, распределяются поровну. Теоретически можно попробовать вернуть 100% потраченного, говорит юрист Владимир Мезенцев. Граждане обращаются к туроператорам уже непосредственно через суд. У нас здесь действует закон о защите прав потребителей. Наличие судебного решения в вашу пользу – это еще не решение вашей проблемы. Туроператоры вот после таких действий они существуют лишь только на бумаге. После череды банкротств туроператоров свои убытки терпят и турагенты. Спрос на путевки резко упал. Клиенты не уверены в состоятельности оставшихся туроператоров и откладывают отдых. Если вы надумали отдыхать, то стоит набраться терпения, хорошего настроения взять и все-таки поехать куда-то отдыхать. Но вот придя в турагентство, конечно, поинтересоваться насчет надежности оператора, но об этом 100% сейчас никто, наверное, не сможет сказать. Константин Коновалов в своей поездке всегда уверен. Он сам себе турагент и туроператор. Вот хостел, вот, соответственно, тут уже город указываешь, дату въезда, сколько человек.
Молодой человек объехал пол России, теперь ездит за границу. Побывал в Польше, Чехии, Австрии. Благодаря интернет-сайтам и форумам он находит в незнакомых странах транспорт, места ночлега и питания. Так что банкротство турфирм для него не страшны, а поездки максимально интересны. Польскийбас.ком. На этом сайте заказываешь билеты. И там бывают различные акции. Ребята, которые я познакомился в Польше, нет, я познакомился с ними в Чехии. Вот они как раз ехали из Польши в Чехию за 1 злотый. За 10 рублей? За 10 рублей, да. Акция такая. Полагаться на себя или на турфирмы – дело каждого. Тем временем объединение «Турпомощь» передало в Министерство туризма черный список операторов-неплательщиков, которые вскоре могут обанкротиться. Их исключат из единого реестра. Анна Мамаева, Алексей Стахеев, Александр Прызгалов, Бюро новостей, Давича. В избирательной комиссии области передали бюллетени для голосования. Всего их было напечатано больше миллиона. Тираж был рассчитан, исходя из 100% явки избирателей. Бюллетени расформированы между 48 избирательными участками. В целях защиты от подделок все бланки для голосования имеют защитную сетку светло-зеленого цвета. О других новостях города и области в коротком видеообзоре. Покупать билеты на пригородные поезда в терминалах самообслуживания с сентября стало выгоднее, чем в кассах. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской железной дороги. В среднем дешевле такие билеты будут на 3%. Скидка определяется в зависимости от расстояния пути. Сделано это для того, чтобы повысить спрос на билетные терминалы. Директора парка культуры у цирка задержали за взятку. По данным Следственного комитета по Кировской области, предприниматель, за которым числится будка 3D-фотостудии, уверяет, подозреваемый ежемесячно вымогал у него по 40 тысяч рублей. В противном случае директор парка угрожал отключить электричество и расторгнуть договор аренды. В ходе обыска у подозреваемого изъяли больше 8 миллионов рублей. В настоящее время директор задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Как можно дать вторую жизнь старым машинам и что произошло в мире спорта, расскажем после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Это давеча. Продолжаем выпуск. Две организации, 2 года, 20 миллионов. Такова арифметика реконструкции автостанции в Вятских Полянах. Автомобильный вокзал здесь открыли после длительного капитального ремонта. Это событие стало праздником для всех местных жителей. Что они увидели на открывшейся станции, расскажем в следующем сюжете. И отправление, и прибытие автобусов в комфортных условиях жители Вятских Полян ждали 2 года. Именно столько шел капитальный ремонт здания местной автостанции. Было одноэтажное неказистое, получаем красивейшее двухэтажное здание. И все это для жителей нашего города, для гостей. И вообще очень здорово, нравится. Спасибо всем, кто этим занимался. Ну, комфортно, на самом деле, хорошо. Даже хоть с ребятишками посидеть, хоть и самой. Даже если как бы долго ждать автобус приходится, все равно уже посидеть нормально. В таких-то условиях. А автобусов здесь немало. Перевозчики подчеркивают, автостанция города Вятские Поляны более чем востребована. Она ключевая в плане сообщения с соседними республиками. Отсюда проходят автобусы в Татарстан, в Мариэл, проходят со строительством дороги в сторону Ижевска, пойдут Вятские Поляны, Ижевск, скорее всего, что автобусы. И для их пассажиров здесь все готово. Расширен зал ожидания, появились новые кассы, диспетчерская, а также комната отдыха для кондукторов и водителей. Есть аптека, кафе. Единственное, только хочу сказать, чтобы с этого автовокзала, сколько бы ни уезжало народу, все они возвращались к вам. Елена Чехомова, Олеся Соломатова, Роман Кутузов, Бюро новостей Давича. Если учесть не только Вятские Поляны, а в целом автопарк Кировской области, то у нас в регионе 470 тысяч единиц различной автотехники. Причем некоторые экземпляры со стажем используются уже не по прямому назначению. Так по области курсирует машина-баня. Принцип ее работы – приехал, затопил, вымылся, поехал. И это далеко не единственная выдумка кировчан. О том, как техника на пенсии меняет специальность, расскажет Елена Чехомова. Скамейка перед автобусом вовсе не преграда. Этот транспорт вообще никуда не спешит. Зато теперь на автостанции в Слободском он выполняет роль диспетчерской, кассы и радиоузла. Только зал ожидания остался под открытым небом. Правда, на автовокзале пояснили, это мера временная. Диспетчеры и билеты вернутся в основное здание сразу после окончания ремонта в нем.
Всем известный Ан-8 на Филейке совсем недавно тоже ремонтировали, но снова не для полетов, он же памятник. Теперь внутри в возрожденном интерьере самолета будет находиться не кафе и не кинотеатр, как раньше, а выставочный зал. Этот транспорт тоже не летает и другим не дает летать по кировским дорогам. Машину ГИБДД у дороги в Коминтерн установили сотрудники ведомства и исключительно в профилактических целях. Замечено, что одним своим видом такая техника снижает скорость всех водителей. При этом автомобиль этот всего лишь муляж, сродни памятнику, без мотора и передвигается только на эвакуаторе. Но снизить скорость вблизи него все-таки стоит. Вместо водителя особая начинка. Автомобиль закрыт. Внутри автомобиля расположен комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Арена», которая в автоматическом режиме круглосуточно фиксирует нарушения правил дорожного движения. И милой мелодией, и внешним видом на себя обращает внимание машина «Ларек с мороженым». При этом за необычным видом мало кто замечает УАЗ «Вахту» 93-го года выпуска. Сначала, когда подходишь только на цвет и вот яркость этого, обращаешь внимание. Немного фантазии и полтора месяца на тюнинг. И техника для поездок на север стала сама источником холода. От аккумулятора холодильник «Ларька» работает целый день. А цвет и стиль помогают в привлечении клиентов. С помощью них и продавец нашелся. И наткнулся, вот мороженщик, как в кино было написано. И был в розовый УАЗик на фотографии. Меня это сразу же как бы привлекло. С тех пор Вячеслав так и живет киношной жизнью. Он подчеркивает, назначение розового УАЗика не только бизнес, но и улучшение настроения прохожих, как кино с хэппи-эндом. Елена Чехомова, Алексей Вожигов, Мирон новостей Давича. Кировские спортсмены вернулись с чемпионата по греко-римской борьбе с медалями. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 5 по 7 сентября. Побороться за победу съехались 130 борцов из 15 регионов России. Кировчанин Дмитрий Грязин в своей весовой категории до 130 килограмм завоевал на чемпионате серебряную медаль. Бронзовая в весе до 80 килограмм тоже досталась уроженцу Кирова Зайнутдину Бутаеву. Всего наш регион на этом чемпионате представляли 5 спортсменов. К этому часу это все новости. Напомню, что вы можете делать все новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Бюро новостей Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работал Артем Паникаровских. Всего вам доброго. Генеральный спонсор Бюро новостей Давича – салон мебели «Штрих».